Городской квартал Нурские резиденции изначально выгодно выбивался из общей канвы жилищных предложений в городе. Обособленная и во многом безопасная территория, малоэтажное строительство, квартиры с полноценной отделкой. Заезжай и живи. А теперь Нурские резиденции заявили о дальнейшем развитии, которое должно вылиться в спортивный квартал. Идея довольно смелая, но судя по тому, как шумно и весело прошел спортивный день в микрорайоне, физкультура для живущих здесь ярославцев не на последнем месте. А в городском квартале уже полноценно обосновались около 500 семей. Очень нравится, потому что у нас отличная квартира, газовое отопление индивидуальное. Тут планируется, я насколько знаю, теннисный корт, волейбольный корт, потом футбольный, ледовый каток планируется. То есть все для жителей микрорайона. Спортивные в Нурских резиденциях объединились с днем открытых дверей. И многие специально приехали, чтобы посмотреть не только квартиру, но и возможных соседей, с которыми придется жить бок о бок. Участвовать в таких вот замечательных мероприятиях, играть в волейбол или футбол, словом, жить полноценно и с удовольствием.